привет, я Александр Сучок, и я сегодня играю в Totally Accurate Battle Simulator Pre-Alpha 0.2.0 от компании Landfall. И сегодня мы поиграем в эту игру. Заранее подпишитесь на мой канал и поставьте лайк под этим видео. Итак, давайте начнем. Так как я уже прошел здесь всю игру, давайте начнем сразу с первого уровня. Так, весь внимание, мы берем просто первым самым. Первым мы просто берем вот вставляем. Все. На этом, наверное, все. Так, вот так у нас изменились все карты. Мы еще поиграем потом в Sandbox, если останется время. А пока что, ну, как-то так. В общем, начинается битва такая вот. Так как я отвечал за звук. Офигеть, как громко, и громкость нельзя убрать. Если вы не заметили, оптикунсы, то есть настройки, отключены. То есть они еще не сделаны. Так, ставим наших воинов, так можно их назвать. Просто безоружных. Так, интересно, что сейчас будет. Просто интересно. Так как я уже это все прошел, я как бы сейчас не на прохождение, а просто... Итак, как их победить вообще? Берем для этого вот эту пушку, ставим ее куда-нибудь сюда, берем 150 наших монет и ставим здесь шилды. Два шилда и один почерк, короче. Не знаю, как его называть, но ладно. Так, у нас есть наша пушка, которая вот так вот выстрелит. Да, я вообще думал, что он будет выстрелить. Моменты. Итак, нам нужна опять наша пушка. Мы ее ставим опять же сюда. Ставим здесь нашу. Давайте шилд. Шилд будет опять. Наш почерк. Так. Вот теперь он нормально, наверное, будет стрелять. Да, ну нормально как бы, но не так, как я уже хотел. Давайте еще. Ставим сюда. И здесь ставим наших шилдов. Два шилда. И один наш почерк. Ставим. Так. Что у нас тут дальше происходит? Так, ну да. Нет, не перебил я их, странно. Так, окей. Мы их не побеждаем. Давайте что-нибудь другое придумаем. Так. Что нам для этого надо сделать? Берем нашу пушку опять. Так. Итак, что мы дальше делаем? Вот мы поставили здесь нашу пушку. Теперь нам надо поставить два шилда и один почерк. Так, ставим и запускаем. Так. Дальше вот... сразу уже убили наших врагов. Это видно. Так. И теперь мы спокойно уже можем убивать. Но если вы не хотите по-другому, то можно использовать баллисту. Ставим одну баллисту. Как раз у нас еще 200 монет останется. Можно ее потратить на все, что шилдов. Вот так вот ставим. И теперь вы можете как бы сыграть.
сразу он убивает всех их. То есть какой-то он ждет момент. Такой. Так, опять мы ставим. Нет, ставить не надо, столько 300 монет. Значит, берем наш мушкет. Мушкет ставим. 60 монет ставим. Шилды. И спускаем. Так. Что мы дальше делаем? Так, вот наши. Как их назвать? Мушкеты. Так, ладно. Теперь что мы делаем дальше? Ставим здесь шилды только. Вот таким вот образом как-то. Ну, чтобы у вас получилось, может одну полосу сделать, может две, может три. Но чтобы они друг друга как-то защищали хотя бы. Так, после этого мы просто берем и спускаем наши краны. Так. Ну, сразу видно то, что мы побеждаем уже. Я вам еще раз говорю, то что я играю не на прохождение, я уже это все миссии прошел. Это можно посмотреть в начале, потому что у меня все уже открыто, любая миссия. Мы дойдем до последней, кто еще не проходил ее или не мог пройти вот этого вот Chicken Man Man. Я его тоже сегодня пройду. Итак, что мы делаем дальше? Автоматы, пистолеты и типа того, чтобы было, ну, что-то такое. Кстати, от этих же разработчиков вышла игра про танки. Посмотрели какой-то танк, симулятор. Там танки, а не наши игроки, так. Ну, в общем, как-то так. Так. Дальше опять берем шилдов, расставляем их. Так. И запускаем. Видно то, что у нас теперь, хотя нет, вряд ли я побегу, выигрываю. Я немного ошибся, но вряд ли наши шилы начнут победят. Потому что, ну, не знаю. Хотя, если подумать, то, возможно, они победят. Если вообще так как-то знаешь, что победят или нет. Потому что все уже как-то заделано. Программу. И хватит.
это не самое главное. Самое главное то, что у нас есть шилды. И это самое главное. Мы берем теперь наш. Вот так. Ставим. Теперь это точно знак. Теперь это вот так ставим. Так. Теперь берем вот это. Берем футбол. Ставим вот здесь. Все. Теперь делаем вот так и смотрим, как это будет происходить. Вот эти вот шилды и футболами. Значит, надо что-то такое интересное. Давайте полезно вас и немного арчиков. Так, так, все, 60 монет можно было, конечно, потратить, но я что-то не хочу. Так. То, что щитоносцы еще как-то пытаются победить. Так. Так. Да, разлетается все охрененно как круто. Так. Окей. Теперь. Да, мы проиграли. Блин. Так. Что мы сейчас будем делать? Давайте поставим теперь... давайте вот эти... очень круто сделанные. Так. Так ставим и одного Потчера. Потчер это у нас... ну, такой вот... просто... с луком и стрелами. Тоже, то есть с маленьким таким луком. Так. Берем опять по листу, немного катапульт, давайте возьмем катапульт, и останется у нас как раз на мушкет, давайте поставим. Так, как раз 5 мушкетеров у нас получается, да. Так, ну да, теперь уж, короче, они стали стрелять, это кажется, потому что, смотрите, вот. Пушка. Круто вообще. Так, ладно, ставим ее. Потому что...
победил, как бы. Man of Tanks, Man of все. Так, теперь у нас есть две. Точнее, не у нас, ну ладно. У нас нифига нет, у нас какая-то пушка тут. Так. Что мы сейчас делаем? Так. Ну, в общем, мы опять, наверное, проиграем. Посмотрим, как будет себя вести эта пушка. Вообще, что она будет сейчас делать, как она будет побеждать. Так. У них тоже врагов такие вот пушки нормальные, но они как-то ломаются. Смотрите. Мы еще не проиграли, а у них улетел уже, смотри, персонаж. Пушка просто так работает, смотрите. Это баг. Наверное, они сейчас проиграют, блин. Нет! У нас тоже пушка с багом. Так. Нет! Охренеть! Что такое? Почему они еще живут? Давай! Ну давай же, почему с багом все работает? Давай же, стреляй. Да, и мы побеждаем опять этой пушкой. Да, это круто. Так. Дальше опять берем нашу баллисту и ставим наших фотонов. Так, это получается 9 юнитов, которые мы сейчас будем использовать. Так, у нас нужна пушка опять. Офигеть! Выиграю теперь. С этими футманами есть одна пушка. Я одну пушку еле... Смотрите, сколько. Да. Я же не знаю, что я проиграю. Потому что это просто невозможно. Так. Что же победит все эти пушки? Что же это такое есть? Наверное, вот эта штука. И немного... Вот это вот нет. Так. И немного парней. Так. Давай-ка. Постреляю в них. Блин, ну почему ты застреливаешься? Так, ладно. Так. Вообще. Нет, мне нравится. Против пушек они вообще никак не могут победить. Давайте, что, как будет себя вести чараутер? И один, давайте барбарианин. Так как этот барбарианец, наверное, победит все-таки, чем тот. Вот видите, сразу у нас начинается такая вот победа наших чараутов. Так, вот так. Ну все, мы победили, считайте, и пушка только осталась одна. Ее уничтожили уже. Это выглядит, конечно же. Офигеть, как круто. Давайте опять возьмем чарауты. Доставим их на карте. И так как нам дали дофигища монет, мы должны использовать их дофигенно. Да, теперь у них есть катапульты. И я забыл, как они называются в этой игре. Но, в общем, парни с палками. Почему? Да потому что просто, ну, не хватило мне мощи победы. Так, ставим одну баллисту, давайте поставим одну. Давайте две вот эти. Так, и надо что-то еще поставить. У нас остается еще одна, давайте поставим. И 300 у нас. Мушкет. И 30. Армия. Так, смотрите, появляются, побеждают, баги какие-то залетают.
Потчер, один Потчер победил такую крутую машину, офигеть. Ну, давайте поставим это, давайте поставим шилды. И 20 монет давайте потратим на Барбариана. На фермера не хочу, фермер. Так, что у нас теперь нам дали? Нам дали теперь, я не знаю, как это называется точно. Валяется, он не убитый. Это понятно. Берем 5 шилдов, потому что... А, не, викинги и шилды. То есть у нас уже такие вот тоже появляются миссии. Так, берем наших шилдов и отправляем их в бой. И что будет, я даже не знаю. Возможно, что-то будет интересное. Но вряд ли. Ребят, подписывайтесь на мой канал Нубас. Самые интересные видео только там. И, кстати, новые видео будут про Escape from Tarkov, вторая часть, ребят. Возможно, не точно, но возможно. Также будет Hello Neighbor. Это сосед, который...
смотрите, в камень, смотрите, стоит в камне, смотрите, все. А, типа, все, нам просто смотрите. У него нет ничего, смотрите. А тень... проиграли. Итак, что же у нас там дальше идет? А дальше у нас идет... Давайте, ребят, до 15-й до комиссии и все. И после этого надо заканчивать. Так. Так, добавлять шилды. Так как мы играем против арчеров, а это у нас лучники, то значит мы сейчас будем против... Точнее, не как против. Мы будем играть против них. Всего миссий в этой игре 20, что не заметил. Но это всего лишь альфа-версия. Вообще разработчики хотят на финише миссии добавить. Но пока что, ну, ребята, разработка все-таки. Все не ждите от них. В альфа-версии там что-то глобально. Они пока что добавляют самые такие текстурки. Вот сейчас ожидается только прикольные текстурки камней, там всяких персонажей. Может быть, они даже сделают для них реально крутые скины, там, я не знаю, бойцов, рыцарей или там что-то такое. Я этого точно не знаю, но возможно. Давайте посмотрим, что у нас там дальше. Но все равно все, они победили. Что дофига. А арчеров мало. Вообще, очень крутая игра, так как все зависит не от вас, точнее, как от вас. Вы собираете сами армию, а остальные делаете. Компьютер решает, победите ли вы в этом раунде или нет. Так, все. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео и ждите новых выпусков Totally Accurate Battle Simulator, так как следующее видео будет следующим на моем канале. Так что ждите. В общем, всем удачи и всем пока.